Равнять. Смирно. Равнение на середину. Розыск нарушителей закона, личных вещей саровчан, обследование гаражных кооперативов, пресечение наркотрафика, надзор за увеселительными заведениями города. Одни из текущих задач, которые стоят перед правоохранителями. Перед очередным выходом на дежурство сотрудники полиции и ГИБДД получили служебные указания на совместном инструктаже. Участковые, уполномоченные, не забываем про патрульно-постовую службу. Совместное патрулирование у нас никто не отменял. Ставим задачи, совместно обходим участки. Делаем отметки в книжках и бортовых журналах о проверке автопатрулей и пеших маршрутов. Начальники напомнили полицейским правила оформления документов и довели оперативную обстановку в городе за последние сутки. Александр Косенков также поставил несколько задач своим подчиненным. Ставится задача по выявлению недостатков содержания уличной дорожной сети, составлению актов выявленных недостатков содержания УДС с последующей выдачей предписаний на их устранение. А также ставится задача по надзору за дорожным движением, по работе в местах концентрации ДТП, по выявлению нарушений ПДД, связанных с проездом пешеходных переходов, выявлении нарушений ПДД пешеходами. Подобные разводы регулярно проводят для определения основных направлений работы и успешного взаимодействия подразделений. После инструктажа наряды отправились на дежурство. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.